День благоприятен для людей, родившихся в годы лошади, овцы, обезьяны и курицы. В этот день хорошо заниматься практикой сосредоточения и начитывания мантр, совершать подношения, встретиться с любимым человеком, собирать друзей, ставить закваску, усмирять врага и заказывать табан харюлга. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы тигра и кролика. В этот день не стоит проводить похороны и поминки. Стрижка волос к потере нажитого богатства. Отправляться в дорогу к несчастью.